Программа дополнительного образования для общественников действует в анапском филиале МГГУ имени Шолохова уже 2 года. За это время свой уровень успели повысить 111 человек. В этом году 24-часовую программу освоили 49 человек и получили сертификаты. В Краснодарском крае из всех муниципальных образований мы единственные, вы единственные, которые проходят курсы переподготовки компьютерной грамотности и основам территориального общественного самоуправления. То есть я могу сказать одно, что наши органы территориального общественного самоуправления, наши руководители ТОСов, одни из самых ответственных людей в Краснодарском крае. Они постоянно повышают свой уровень квалификации, постоянно совершенствуются. И очень отрадно это понимать. Работа с людьми требует определенных навыков и знаний. И работа непростая. Поддерживать связь между населением и властью. Благоустройство территории, работа с людьми, организация субботников и массовых мероприятий. Полученные знания общественники с удовольствием применят на практике. А значит, и в будущем году можно ожидать, что конкурсные награды вновь приедут в наш город-курорт.